Приветствую всех! Сегодня на распаковочке вот такой вот грузовик. На самом деле, очень давно хотел грузовик на радиоуправлении. Стоит, сразу давайте скажу цену, да, стоит он $400 примерно. Сейчас даже подешевел чуть-чуть, 380. Я купил его за 410. Какие-то акции идут. Значит, грузовик – это, естественно, кит-набор. Давайте сейчас я буду распаковывать и параллельно уже говорить. То есть это кит. Масштаб 1 к 14. Нам придется сюда докупить там аппаратуру, регулятор скорости и, наверное, все. Ну, аккумулятор, зарядное устройство. Сейчас, секунду, давайте я вытащу это все. Тяжело, тяжело. Хоп, хо-хо-хоу. Класс. Прям зима меня прям на киты вообще потянула. Даже не знаю, с чего начать-то. Смотрите, как все укомплектовано, все упаковано. Tamiya. Давайте вот с этой стороны начнем. Хром. Будет все хром. Решетки радиатора хром. Бензобак хром. Выхлопная труба хром. Бампера хром. Ну, чтобы смотрелось, как настоящий американский грузовик. Это пока непонятно, что такое. Будем изучать инструкцию. Сиденье для водителя. Нужно еще водителя найти. Что-то я не знал, что здесь салон тоже такой. Я думал, как бы... А, да, здесь получается, как на Defender'е. Defender. Провод для антенки, точнее, трубочка. Так, наверное, два диска. Не знаю, как резину вижу, но я так понял, придется клеить. Крыша. Все белое, то есть это будет краситься все снаружи. Здесь не лексановый пластиковый корпус, как у Defender'а. Был и еще какие-то детали, не знаю. То есть вот уже накопилось сколько деталей. Это я распаковал только часть. Инструкция. Сейчас посмотрю, на каком языке. Ну, естественно, все на английском. Полный мануал по сборке. Есть коробки для прицепа. По поводу прицепа, конечно, вы многие спросите. А прицеп-то будет? Да, будет. Я потом закажу прицеп себе какой-нибудь. Выберу. Так, вот она, корка наша. Ну, естественно, пластиковое белое покрасим. Так как это грузовик, я, естественно, не буду, наверное, здесь никакие делать суперузоры, да? Ну, конечно, есть такие грузовики, где пламя у него на капоте и все прочее. Я думаю, будет строго. Здесь, вот видите, такой довольно-таки строгий вид. Также сделаю. Да, это было диски. Диски пластиковые здесь, вот комплект. Я думаю, собирать такой грузовик будет долго. И когда займусь сборкой, пока неизвестно, потому что у меня на него еще не все есть. О, давайте я оттуда вытащу все. Здесь еще какая-то бумаженца. Наклейки на наш кузов, поэтому мы его еще и обклеим. Как бы убрать-то, чтобы здесь все поместилось. Так, пустая коробка. Опять хром. Много хрома. Много хрома не бывает. А вот это что такое? Пока не знаю. Отложим. Вообще половина частей непонятна, потому что это первый грузовик мой. Когда дальше уже пойдут другие, да. У Tamiya есть выбор, там есть много разных грузовиков, но именно мне хотелось... Есть Scania, есть с четырьмя там колесами, грубо говоря, есть с шестью. Но мне захотелось именно вот такой вот с длинным капотом. Так, здесь у нас, не знаю, что такое, стекла. Ну вот стекла, ну в принципе да, не буду тонировать их. Мосты. Не знаю, что такое. Фары. О! Фары, светотехнику нужно сюда ставить. Понимаете? Так, это скорее всего для прицепа. Непонятно. И шестерни пластиковые. Вот для прицепа, точно. Так, все сюда. Ух ты! Не знаю даже, что такое. Металлическая, тяжелая какая-то ерунда. Потом посмотрим. Точнее, потом буду с инструкцией уже сидеть и разбираться. Я не знаю, мне кажется, сборка данного аппарата займет больше времени, чем сборка какой-либо трофейки. В принципе, в трофейках-то мне все понятно, да, что как. Здесь абсолютно непонятно, как у грузовика там все устроено. И деталей здесь явно больше. О, все-таки здесь у нас в дифах будет металлические шестерни. Набор шестерни. Моторама. И что-то еще там, не знаю. Ключики, линки, гриз тоже пригодится. Всяких гаек, набор
очень много. Всякие винты тоже очень много. Еще какие-то запчасти. Вот. Грузовик будет на втулках. Конечно, они на сайте говорят, что если вы хотите, чтобы он был у вас на подшипниках, пожалуйста, покупайте. Там нужно купить 5 комплектов подшипников, и все вместе это нам встанет, сейчас скажу, порядка $60. Ну, я не готов отдавать столько, все-таки это грузовик, я не собираюсь на нем супер много ездить, и поэтому я буду на втулках. $60 я поберегу на какой-нибудь квадрик. Еще какие-то металлические части. Уж просто я не знаю, сколько я его буду собирать. Рессоры. Да, вспоминаем нашего стомпера. Но здесь немного другие. Мотор в комплекте. Не нужно докупать никакой мотор. На сколько витков? Не знаю. 540-й, но на сколько витков не написано. Так, а сервы-то вот есть? Что-то я вот не понял. По описанию на сайте не написано, что мне нужно докупать 2 сервы. Хотя их, ну, как бы они требуются. Еще какой-то... фиксатор резьбы, скорее всего. Еще металлические части. Кардан. Смотрите, какой длинный. Пригодится, я думаю. Еще металлические части. Сеточки. Я не знаю пока, куда эти сеточки. Надо смотреть. Еще какие-то винтики и всего тут много разного. Еще набор винтов. И к самому интересному. Резина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Резина, ну, естественно, она здесь резиновая. В смысле, шины резиновые, а не резина резиновая. Но диски пластиковые. Ну, обычная фуровская резина с таким минимальным протектором. И еще комплект винтов. Так, я так понял, сервы у меня нету. 2 сервы ему требуются, 4-канальная аппаратура, 4-канальный приемник, регулятор скорости. При желании можно поставить сюда звуки. Стоит $300 с чем-то, целый набор, и будут полные звуки грузовика. Нет, я не буду это ставить. Спасибо за ваше предложение, Томия. И 2 сервы надо, да, еще? И, наверное, все. Аппаратуры можно, в принципе, это грузовик. Кто-то там делает и, возможно, больше каналов. Можно взять какую-нибудь, грубо говоря, самолетную аппаратуру. Не обязательно брать автомобильную пистолетного типа. Все-таки здесь скорости не такие. Какой плюс здесь есть еще основной? Это 3-ступенчатая коробка передач. Да, прикольно. Вот так вот мы получаем в комплекте. Все, друзья, вот такой аппарат. Я не знаю, сколько я его буду по времени собирать. Потом будет, значит, видео по сборке, установка электроники, покраске. Буду думать, как его красить, да. Ну, я думаю, что-то, опять же, в каких-то однотонных, возможно. Возможно, чуть-чуть где-нибудь сделаю. И, ну, мне надо сначала все-таки найти на него регулятор, найти 2 сервы и подумать, к какой аппаратуре его подключить. Либо я буду подключать к футабе, к своей, либо буду... Ну, у меня, в принципе, 2 футабы. Что футабы на машинке, что на летательную технику, да? Либо к вертолетной, короче, аппаратуре, либо к автомобильной. Буду думать, на какой мне будет лучше им управлять, чтобы задействовать какие-нибудь, да, функции. Потом будет прицеп. Закажу. Я подумаю, какой, наверное, закажу открытый. Не хочу какую-то закрытую фуру. Лучше открытый, и на него можно что-нибудь наставить. Собственно, я не знаю... Техника для детей от 14 лет. Мне уже больше 14, поэтому она мне подходит. Что делать с такой техникой, я не знаю. Где ее пускать? Это не трофейка, где можно гонять по лужам, по грязи, да? То есть это просто копийная, делать красивые ролики и, ну, и ездить. И, в принципе, грузовик — это реально классно смотрится, особенно в таком масштабе и на радиоуправлении. Все, друзья. Чуть не сломал. Не забываем подписываться на канал. Ждем видео по сборке. На втором канале буду потом, когда все это дело соберу, буду выкладывать ролики его езды, да, то есть, когда у нас придет весна, лето, просохнет, можно вытащить на улицу и там уже полноценно поснимать. Пока буду собирать. Подписываемся, ставим лайки, не забываем про сайт, Инстаграм и группу ВКонтакте. До новых встреч!